крест установлен. Виктория Зелена, город Чехов, первый подход. В республике зафиксировала штангу весом 10 кг, в толчке начинается 15 кг. К весу 16 кг готовится Анна Часовская. Ассистенты, 16 килограмм на штангу. Вес установлен. Анна Чеховских, второй подход. Вес 18 килограмм. Готовится Диана Сардаева. Вес взят. Молодец. Ассистенты. Ассистенты, 18 килограмм на штангу. Вес 18 килограмм. Готовится Диана Сарандаева. Город Железнодорожник. Первый подход. Готовится Виктория Зимина. Диана тренируется под руководством тренера Ивановича. Второй подход. Готовится Анна Часовских. Виктория Зелена, спортсменка из города Чехов. Второй подход. Вес. Защита. Анна Часовских. Третий заключительный подход. Вес взят. Закончил выступление. С результатом 18 килограмм, ассистент 19 килограмм на штангу. У нас в зале присутствует двукратный чемпион мира по самбо, генеральный директор МГФСО Балачинский Сурен Романович. На помосте установлен вес 19 килограмм. Приглашается Диана Сарадаева. Второй подход, спортсменки из города Железнодорожный. К весу 20 килограмм готовится Виктория Зелена. Ассистент 20 килограмм на штангу. Виктория Чехова. Виктория Зелена из города Чехова. 2004 года рождения. Собственный вес участницы 37 килограмм 850 грамм. Третий заключительный подход. Неудачная попытка закончилась результатом 18 килограмм. Ассистенты, установите на штангу вес 20 килограмм. А Виктория Зелена набрала в сумме двух движений 28 килограмм. Анна Часовских 32 килограмма в сумме боевой. И спортсменки закончили наше выступление уже на наших соревнованиях. Продолжает его Диана Сарадаева из города Железнодорожный. 20 килограмм, второй подход. Готовится Варвара Кузьминова к весу 24 килограмма. Вес взят. Ассистенты, 22 килограмма на штангу для Дианы Сарадаевой. Вес готов. Диана Сарадаева, третий подход.
Так как спортсмен ведет сама за собой, то ей дается на подготовку 2 минуты. К весу 24 килограмма готовится Варвара Кузьминова. Готовится Варвара Кузьминова.
Наталья зафиксировала СПС. На помост приглашается Варвара Кузьминова для выполнения третьего заключительного подхода в толчке. Варвара обеспечила себе как минимум серебряный медаль в этой весовой категории до 28 килограмм и пытается улучшить свой результат в сумме двоеборья. Сейчас у нее 45 килограмм. К весу 28 килограмм готовится Владислава Курышова. Владислава 2003 года рождения. И поторопилась спортсменка. У нее еще две попытки. Она вызывается вновь к весу 28 килограмм. Ей дается 2 минуты на подготовку. Готовится Наталья Лапина, которой третий заключительный подход к этому весу. Поможем спортсменке, давайте поддержим ее. Я думаю, она сейчас настроится, не будет торопиться и делает удачный подход. 28 килограмм, Владислава Курышова из города Вильны. Нижегородская область.
Бориса Болкунова. Первый подход. Тренируется под руководством Павла Иваненко. Готовится Татьяна Павловна. Вес, защита.
Ассистенты 32 килограмма на штангу. Установлен. На помост приглашается Олеся Болтунова. Второй подход. Спортсменки из МГФСО. Она сейчас является лидером весовой категории до 36 килограмм. Упорная борьба с Татьяной Бахиевой из города Дзержинск. Поддержим спортсменку. Пятый ровно.
Отлично, Катя справляется с этим весом. И выходит в лидеры весовой категории до 32 килограмм. На помост приглашается Софья Ткачук. Второй подход команды МГФСО. Весовая категория 32 килограмма. Софья Ткачук. Она была лидером наших соревнований в рывке. И если сейчас зафиксирует штангу 34 килограмма, обойдет Екатерину Сорокину. Упорная борьба, упорная. Готовится Наталья Родионова. Хорошо. Вес взят. Выходит в лидеры Софья Ткачук. Наталья Родионова. Третий подход. Спортсменка из города Зеленый. Весовая категория до 36 килограмм. Здесь также идет упорная борьба за лидерство. Толкает этот вес Наталья и выходит на первое место. На второе, вернее. Подверги лоб. Вставай. Хорошо. Сильно ножками. Сможешь сильно ногами. До конца вверх. Резко вверх ногами. К сожалению, вес не взят. Наталья осталась на третьем месте. Сумма двоеборья 53 килограмма. Татьяна Пахерева. Третий и заключительный подход спортсменки из города Дзержинск. Зафиксирует она этот вес и выходит в лидеры. Обходит Олесю Балкунову. Татьяна Пахерева, третий заключительный подход. К весу 35 килограмм готовится Олеся Балкунова. Нет. Спину прогнем. Встаем! Сильно спрятан за голову. Вес не взят. Татьяна Пахерева закончила свое выступление с результатом 33 килограмма. Пока она лидер наших соревнований. Ассистенты оставили 34 килограмма для Олеси Балкуновой. Третий заключительный подход спортсменки из МГФСО. Если она толкает этот вес, она обойдет Татьяну Бахереву. Пока она на втором месте. У них одинаковая сумма. Но Алиса тяжелее на 100 грамм. Поддержим спортсменку. Последний заключительный подход. Борьба. Выиграет, поднимет сейчас и станет чемпионкой наших соревнований. Вперед, Алиса.
Держи, Катя, держи, держи. Вес взят. Ассистенты. 45 килограмм на штангу. У нас закончилась борьба весовой категории до 32 килограмм. Победу одержала Екатерина Сорокина из города Дзержинска. С таким же весом Софья Ткачук заняла второе место, но по большему собственному весу. 47 килограмм, извините, ассистенты. 47 килограмм на штангу. Татьяна перезаказала. Вес установлен. Татьяна Прокопьева. Первый подход. Команда «Старая», город «Старая Купавна». Татьяна выиграла рыбок весовой категории до 40 килограмм с результатом 43 килограмма. Это ее первый подход в толчке. Второе место заняла Варвара Кузьминова, старая.
47 килограмм в сумме были бои. И на третьем месте Диана Сарадаева, город Железнодорожный, 38 килограмм в сумме боеборей.